шмыгнул. Все приветствуют, сидим, сидим. На какой же? Все равно? Правда, кресло очень нестандартное. Добрый вечер, мы очень рады вас сегодня видеть здесь, и нам особенно приятно, что сегодняшним нашим гостем и хозяином будет человек, который лучше всех знает историю нашего университета, прекрасный специалист по истории государства российского и большой друг библиотеки Михаил Анатольевич Приходько. Михаил Анатольевич, вот мы сегодня отдаем вам право быть хозяином встречи. Вот ваша аудитория, они готовы, они хотят, и я так думаю, что беседа будет более чем интересной и познавательной. А сегодня мы говорим по поводу вашей последней публикации. Поводом нашей сегодняшней встречи стала ваша последняя публикация. Хотелось бы услышать несколько слов, что стало поводом, причиной, почему появилось желание изложить все это в форме печатного труда, и какие ваши ожидания, что вы хотите услышать от аудитории в связи с выходом очередной работы. Я отдаю вам микрофон, желаю удачи, желаю внимательных слушателей и важных, умных книг. Большое спасибо. У меня сходу вот такая ассоциация по поводу дружбы с библиотекой. Уж не знаю, сколько раз я забегал и заводил сюда экскурсии и знакомился с этим читальным залом. А вот буквально около года назад состоялась презентация труда моего старшего коллеги и заведующего кафедрой Игоря Андреевича Исаева. Ну, правда, была тогда другая мебель, и вот этот вот зал не был перекрыт. Было более-менее объемно. Ну, а вообще же... Не удерживаюсь и дам... Валерию сделать пару кадров, потому что события не рядовое, а Валерий регулярный авангард всех экскурсий. И, наверное, я стоя буду перед вами вещать, мне так удобнее. Ну, прежде всего, что я хочу сказать, может быть, это прозвучит ужасно, но вот эта вот книга, сейчас мы... Просто мне портрет на съемке. Вот эта вот книга, это итог 20-летней работы. А 20 лет, как вы сами понимаете, это вот в этот временной отрезок войдет, ужаснется и осознает и отличник, и двоечник, сачок, мой коллега старший, младший и так далее. Я, кстати, очень рад, что моя коллега Людмила Анатольевна здесь присутствует и все-таки забежала. Но вообще же вот эти вот 20 лет, все началось с чего? Мне даже боязно произносить эту фразу, но уже в далеком марте 98 года я, как сейчас помню, Людмила Анатольевна, захожу к своему научному руководителю Юрию Павловичу Титову. Состоялась наша первая встреча, и я ее затянул. Поступление в аспирантуру, это октябрь, по-моему, 97-го, ну что-то такое, какая-то такая пограничная дата. А я к нему являюсь в марте 98-го, и мы наш контакт как-то затянули. То он был занят, то у меня какие-то дела. Ну вот, в марте 98-го года, наверное, многие из присутствующих еще не родились в это время. В марте 98-го года я вот обратился к своему научному руководителю, состоялся первый разговор о выборе темы. А впереди многих из вас ждут, наверное, магистерские диссертации. Вот тут, кстати, Дмитрий, мой студент и уже магистрант. И, как я его все время называю, аксакал студенческого нашего кружка-клуба. Вот у него уже тема магистерской диссертации. А это самый актуальный вопрос, когда вы приступаете. Особенно взрослая диссертация, аспирантура, не как сейчас бакалавриат, магистратура и только потом аспирантура. А в то время специалитет и
аспирантура, аспирантура взрослая. Ну и Юрий Павлович в такой присущей ему форме, немножко по-свойски, сразу меня ошарашивает вот этим вопросом: ну что ты будешь писать, по какой теме? У меня была небольшая заготовка, ну, вечный вопрос создания древнерусского государства, что-то вот такое совсем обращенное в прошлое. Древнерусское государство, возникновение, либо что-то связанное с русской правдой, затем Петровские реформы, Петр I, затем Великие реформы, Александр II, ну и, может быть, что-то связанное с Октябрьской революцией, вот как-то вот так. И он сразу все это отмел, сказал, что древнерусское государство чересчур сложно, нужно знать древнерусские церковнославянские языки, не пойдет. Петровские реформы очень много написано, даже на тот момент 98 года. Великие реформы очень много написано, также не пойдет. Октябрьская революция, также все написано, не пойдет. И у него как-то на письменном столе в том году осталась какая-то пометка по диссертации Сергея Михайловича Казанцева, это действующий судья Конституционного суда. У него одна из первых диссертаций кандидатская была посвящена вот государственному аппарату Российской империи. И вот он что-то как-то зацепился, я вот сейчас не помню, был он оппонентом у Казанцева или не был, и говорит: ну вот попробуй, прикинь, проанализируй, сможешь ты поднять эту тему или не сможешь. И вот как-то сразу я очень плавно начал входить в эту тему, и неожиданно для меня вот этот вот процесс меня захватил, он пошел. Сразу хочу вам сказать, что большая сложность – это архивная составляющая. Вот на кафедре истории это дополнительная сложность не только поднять литературу, но и архивные источники. Архивы, многие тут присутствующие были уже, по-моему, два раза в архивном городке. Это метро Фрунзенское, расположение Гарфор, Гаргая, трех федеральных архивов, которые владеют очень мощными архивными фондами. Но Аргада — это практически вся история России, российского государства до министерств. А сами министерства, и для меня это было открытие в то время, располагались в Санкт-Петербурге. И, собственно, основной фронт работы – это как раз архивы города Санкт-Петербурга. Ну и вот как-то работа пошла, я втянулся в эту тему. Юрий Павлович мне сразу сказал: нужны ваковские публикации. Вот, может быть, Людмила Анатольевна оценит мою смелость. 100 работ, кстати. Нет, другая смелость. И я где-то вот 99-й год иду прямо с улицы в журнал «Государство и право». А там же зубры были живы. Скрипелев, один из главных звезд, маститый ученый, ему уже было под 80 или 75, и иду я, представьте себе, с тремя копиями, отпечатанными на машинке. Вот на этой печатной машинке, которая для вас, наверное, предмет в Политехническом музее, я не знаю еще где, но вот так все начиналось. А вторая и третья копия, Людмила Анатольевна... Через копирку. Через копирку. Ну, в общем, это вот буквально молодость Юрия Павловича, вот отраженная во мне, хотя это был 99-й год и достаточно уже время компьютерное, ну и пред, что ли, компьютерным. Мы только-только, я имею в виду институт, академию, переходили с печатных машинок на компьютеры вот в то время. И вот как-то я поразился своей смелости, и эту статью приняли, зарегистрировали, и потом мне пришел ответ. А это по-старому, не как сейчас
электронное письмо или беседа, мне даже выдали с пометками вот эти три экземпляра, Скрипелева, еще двух оппонентов. Вот сейчас у меня уже вылетели из памяти их имена, но все было вот в таком, в советском стиле, с пометками, чуть ли не перьевыми ручками, где мне обращали внимание, мою статью, как ни странно, приняли в портфеле редакции. Ну вот как-то вот так вот все очень хорошо начиналось. Но я должен вам сказать, что создание министерской системы управления – это глобальная тема. И, конечно же, и потом Юрий Павлович тоже пришел к этому выводу, эта тема скорее докторской диссертации. А для кандидатской, ну, нужно было выбирать какое-то министерство, ведомство, и его история за какой-то временной отрезок. Ну, если не за весь, там, первой половине в 19 веке, либо 1802-1917, ну, вот как-то так. Мы же чересчур размахнулись. И вот где-то уже в 2000 году я отчетливо понял, что не укладываюсь в срок защиты диссертации, а срок защиты это была осень 2000 года. И вот я отчетливо понял, что я никак не укладываюсь, и я продолжу свою работу над диссертацией еще дальше. Вот этого я вам не советую делать. Уже есть вопросы, да, прошу. А вы будете сказать, что не укладывали сроки, а сколько примерно томов, там, архивных документов пришлось работать? Вот в томах я не считал, архивные фонды обозначены. Если брать просто по делам, архивным делам, то, пожалуй, это сотен, наверное, 5-6. Вот этих вот архивных дел, но не из одного архива, а примерно из 10 архивов и архивных учреждений. То есть это федеральные архивы, региональные архивы, это архив городской и отдел рукописей наших библиотек. Так что вот так. Ну, раз уж вы заговорили о томах, то Аргия это, пожалуй, самый мощный наш архив и общее количество единиц хранения несколько миллионов. Несколько миллионов. Поэтому, если вы переступаете порог Аргия, а раньше он располагался на английской набережной по левую руку от Медного всадника. Исаакий, Медный всадник, Петр. И вот по левую руку здание Сената и Синода, вот раньше там был старый Аргия, времена которого я застал, легендарный. И вот там еще одно мое впечатление. Я пребываю, кстати, вот большой вклад нашего с вами вуза, мне удалось выбить. Юрию Павловичу удалось выбить три большие командировки официальные, мои аспирантские, в Санкт-Петербург. А это все-таки от 40 до 60 дней. Вот такие три большие командировки. И вот одно из первых моих впечатлений. Я прихожу в читальный зал, начинаю, как любой молодой ученый, с путеводителя Боргия. И понимаю, что опять же это огромная работа. Даже если поднять отдельное министерство, но это нужно несколько поездок. Опять же это выписки, конспектирование на момент 99 года. Ксерокс очень дорог, либо дополнительная сложность, его нужно долго, очень долго ждать. И вот с этого начинается, собственно говоря, архивная работа по поднятию источников. Я параллельно работаю и в отделе рукописей РНБ Российской национальной библиотеки в советские годы. Это знаменитая публичка, публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Ну и одновременно это моряки РГАМ. Российский государственный архив военно-морского флота, легендарный БАН,
по Питерской бане, это библиотека Академии наук. Там же одновременно это Ирли, Пушкинский дом, дом, связанный с именем Дмитрия Сергеевича Лихачева, отдельные документы там. Еще один архив городской, это СГИАЛ, Центральный государственный исторический архив Ленинграда, затем Санкт-Петербурга. И не менее легендарный ЛОИ в советское время, а в мое время это уже Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук. Это метро, питерское метро Чкаловское, и вот там. И вот буквально очень насыщенная питерская жизнь, архивные источники, вхождение в науку. Вот так все начинается. Начинается очень хорошо, но очень быстро я чувствую, что я пробуксовываю. Я не могу уложиться во времени, я не могу объять необъятные источники, архивные публикации. И вот опишу свои ощущения как исследователь за письменным столом. Я принимаю решение идти по блокам. Идти по министерствам и по двум временным отрезкам. Это 1802-1811, 1130-1135. И вот это вот хождение по блокам растягивается на 10 лет. Поскольку выхожу я на защиту, не пугайтесь, в январе 2011 года, когда уже все сроки превышены, когда я набираю за 100 публикаций, ну и поражаю диссертационный совет обилием публикаций. Вот тут Людмила Анатольевна отметила, вот этот огромный стол был весь, ну не скажу, что завален, но занят самыми различными сборниками, книгами и так далее, и так далее. Ну, с одной стороны, это очень плохо, но с другой стороны, я почувствовал свою силу, поскольку, ну, я чувствовал, что мне никто не страшен, потому что я проработал тему. Да, я еще не сказал вам, в 2002 году я принял участие в очень важном научном событии по министерской системе управления, а именно международная конференция, посвященная 200-летию министерств России, министерской системы управления. А это отмечалось на самом разном уровне. Наверняка, быть может, Валерию или кому-то еще встречались монеты памятные, выпущенные 200-летию министерств, блоки марок, посвященные 200-летию министерств, отдельные блоки марок, посвященные первым министрам. Ну, в общем, это было событие на федеральном уровне и, пожалуй, одна из самых мощных конференций, в которых я принимал участие, это конференция 2002 года. И я хочу вам сказать, что, вот, например, в секции, посвященной императорскому периоду, ведущим был чистый историк, но легендарное имя в советское время, это Леонид Ефимович Шепелев. В 70-е годы он прогремел вот такой вот тоненькой книжкой, посвященной наградам, системе чинопроизводства. Вот он один из первых поднял эту тему, потому что до того как-то вот это вот мундиры, чинопроизводство как-то отходило на второй план и даже не приветствовалось. Само вот это вот знание об орденах, системы, орденской системы Российской империи. И вот он прогремел, и вот он ведущий секции. Я один из участников в неопределенном аспирантско-соискательском статусе, а рядом со мной, например, Любовь Федоровна Писарькова, доктор наук, сотрудник ИРИ РАН, чистый историк, но который уже автор монографии по государственному управлению. Рядом сидит тот самый Казанцев,
по стопам которого я иду. Рядом сидит Михаил Михайлович Сафонов, чистый историк, который написал очень важную монографию по самой проблематике реформ в России на стыке веков. Павловское время и дни Александровых «Прекрасное начало». Ну и, в общем, вот этих Ананич, на тот момент уже академик Российской Академии Наук, сотрудник ЛАИ, просто, ну, фигура с мировой известностью. Ну и вот как-то меня восприняли спокойно, в общем и целом одобрили концепцию, которую я тогда только начинал разрабатывать, и она была, можно сказать, в черновике двух этапов развития министерской системы управления. И на удивление, меня Шепелевым пугали, что он такой человек с характером очень сложный, особенно в науке, в дискуссиях. Вот он как-то дал, можно сказать, отмашку мне в науке, дескать, занимайся, без проблем. Ну вот также я обратил ваше внимание на этот крупнейший научный форум, который вот заложил в том числе и какой-то скелет, остов вот этой вот будущей монографии. Ну, сама защита прошла достаточно успешно. Я до сих пор благодарен Людмиле Анатольевне за помощь вот в этом всем продвижении, потому что, ну, может быть, это некорректно сейчас с вами поделиться, но вот сам бюрократический процесс защиты, вам, может быть, кому-то это предстоит, он очень сложен. Придется побегать, и это потребует очень больших сил. Ну и я поделюсь вот такой вот репликой, которую бросил Николай Михайлович Артемов, наш председатель правкома, даже и сейчас он возглавляет с присущей ему непосредственностью. А надо сказать, что вот пробный вариант, даже не монография, а какие-то отдельные тезисы уже были изданы на момент 2010 года и розданы членам диссертационного совета. И вот Николай Михайлович встает и говорит с присущей ему непосредственностью: а что мы, собственно говоря, обсуждаем? Сносок 2000, я вот сейчас не помню, 453, что ли, сноски в этом вот труде. Ну и как-то это очень помогло, хотя мне задали очень такие каверзные вопросы. Мне запомнился Евгений Григорьевич Моисеев, недавно ушедший специалист по международному праву, очень задал злободневные вопросы о происхождении министерской системы управления и вот французским корням вот этой вот системы управления. Защита состоялась. Кстати, вот, может быть, вы в том возрасте, когда еще не можете оценить мой максимализм. Но я попытался выйти на защиту с трудом, Людмила Анатольевна, Ирина Николаевна, 430 страниц на заседании кафедры. Естественно, такие труды сразу задвигались, естественно, мне сказали, сокращаем, режем. И все это пришлось сократить в районе что-то такое около 200 страниц. Но самое-то главное, на момент 2010 года, 2011 уже, защита январь 2011, я понял, что самого-то главного нет, нет схем, которые, вот они просто напрашивались вот в этом комментарии к сухому тексту. Вот эти вот квадратики, которые, может быть, вы пролистали, они крайне важны, и это, по сути, главная ценность. И вот дальше была продолжена работа над схемами. Завершение работы — это еще 2 года. И 3 года работал компьютерный график, который вычерчивал
поскольку каждая схема была мною вычерчена простым карандашиком и линейкой, я, к сожалению, не захватил к вам на вашу оценку черновики, рукописные, вот это вот схем. А они могли представить, ну, чтобы вы представили, ну, вот примерно вот такое вот полотно скатерть, вот этих вот структурных подразделений каждого министерства за отдельные года. И вот компьютерный график работал 3 года. Естественно, это была работа, его было очень трудно найти, многие ушли в отказ, кого я находил в интернете. Даже меня зацепило объявление возле МАДИ, автодорожного института, и рядом МАИ, работа с чертежами. Но вот тот мастер, я просто увидел объявление, отказался. И вот случайно я вышел на того человека, который, собственно, и поднял за 3 года вот этот материал в виде 66 схем. В дальнейшем, уже примерно 15-19 годы, это доработка текста, доводка, уточнение сносок. Кстати, я работал с машинисткой и продолжаю сотрудничество с нею, поскольку мои тексты отличаются большим обилием сносок. И вот только она могла справиться вот с этим научным текстом. Это Ольга Владимировна Галаган, бывший сотрудник нескольких издательств, в том числе журнала «Искусство кино», нескольких издательств, гремевших в советское время, но сейчас, к сожалению, они пришли в упадок. И вот мы с ней продолжили работу и завершили ее в 2019 году. В 2019 году мне удалось провести ряд бесед с руководителем издательства «Проспект», которому я бесконечно благодарен, и вот который утвердил, наконец, рукопись и принял ее в печать к производству в этом уважаемом издательстве. Это Рожников, я вот могу спутать его имя, отчество, Леонид Владимирович. Леонид Владимирович, я все время путаю. Вот так все закольцевалось одно время. Леонид Владимирович Рожников был учеником в МГУА моего научного руководителя Юрия Павловича Титова. Вот так тесна юридическая жизнь, и вот так все закольцевалось. Работа над рукописью в издательстве «Проспект» шла около месяцев примерно 8-9. И вот буквально в начале этого года закончилась работа, и книга вышла из печати. И стартовала продажа монографии. Первая, по-моему, точка – это Московский дом книги, Библиоглобус и другие магазины. Ну и в том числе наш киоск МГУАшный университета имени Кутафина, вот здесь вот, возле зала номер 5, где мы с вами проводим наше время на лекциях, и вот начался старт продаж. Ну вот я, к сожалению, не владею информацией, насколько успешно идет реализация тиража. Мои авторские экземпляры уже разошлись, а их было всего 5. Ну и вот, собственно говоря, как-то, по моим ощущениям, чудом я вот преодолел этот рубеж, который я себе ставил еще в далеком, ну, наверное, 99-м году, и мечтал о том, что вот когда-то я издам эту монографию, сопряженную со схемами. Но если вы пролистали, вы должны отметить, что работа со схемами продвигалась очень тяжело. Даже в издательстве «Проспект», который обладает нужными мощностями, нужными специалистами очень хорошими,
нужными корректорами, ну и так далее, и так далее. Ну, а теперь вот еще немножко, несколько слов о сути самой тематики, посвященной министерской системе управления. Ну, вот один из фактов, который меня, можно сказать, зацепил, это вот последовательная смена систем государственного управления, дворцово-вотчинная, сначала десятичная, дворцово-вотчинная, приказная, коллежская, и потом министерская. И вот альтернативы министерствам, по сути, получается, и нет. Что же придет на смену? Пока ответа я не услышал, и вот меня как-то вот это вот заинтересовало в разработке этой темы. Далее, ну практически на каждом шагу я сталкивался с различными концепциями и взглядами. Вот условно, навскидку, понятие государства. Что такое государство? Государственная система, государственное управление, система государственного управления, государственное учреждение, орган государства, ведомства, вот практически все эти вопросы до сих пор вызывают дискуссию в науке, и это прежде всего конституционного права, административного права. Есть такие спецкурсы, как история государственного управления самостоятельно, история государственной службы. Ну, может быть, вот как раз в истории государства и права России, история отечественного государственного права, этот вопрос стоит, может быть, не так остро, но так или иначе мне пришлось отвечать и на эти вопросы. Далее, с чем я столкнулся, большинство исследователей отмечали временной отрезок 1802-1811 годы. И вот вроде бы общее учреждение министерств подводит итог министерской реформы. Но вот я, рассматривая архивные документы, литературу, столкнулся с тем фактом, что формирование и правовое оформление министерской системы управления продолжается и далее. И сами учреждения каждого из министерств и главных управлений появляются постепенно, не одномоментно, в 1811 году. И все это достаточно четко мы связываем не с 1811 годом, а с 1835 годом, датой вступления в законную силу свода законов Российской империи. Но и это не окончательная дата, поскольку существовали и другие учреждения, которые находились либо ведение отдельных министерств, либо вообще представляли собой, так скажем, осколки предыдущей коллежской системы управления. И опять же я столкнулся как исследователь, что нужно выделить, исследовать не только сами министерства и главные управления, но и целую совокупность так называемых сенатских учреждений, экспедиции, канцелярии при Сенате, которые занимали промежуточное положение в системе государственного управления. Еще один пласт – это учреждение придворного управления. Как-то вообще и даже до сегодняшнего дня мало внимания уделяется вот этим учреждениям придворного управления, а их было достаточно много, и непонятно, куда же их включать. Учреждения с особым статусом, либо в самостоятельную разновидность. И вот и учреждения придворного управления мне в моей деятельности пришлось также поднять, и хоть скупо, но все же они присутствуют и в самом тексте, и в схемах по министерской системе управления. Ну, вот это вот тот подводный камень, который мне удалось преодолеть и создать, ну, свою особую
систему или систематизацию учреждений того периода. Если министерство и главное управление – это достаточно четко центральные государственные учреждения, органы отраслевого управления, то другие, занимавшие в той или иной мере промежуточное положение. Ну и отдельный еще вопрос – это функционирование учреждений коллежской системы управления или коллегиальной в рамках министерской системы управления. Навскидку я приведу вам пример ГКИД, Государственную коллегию иностранных дел, на основе которой начинается строительство Министерства иностранных дел. И вот не какие-то 2-3 года, а около 3 десятилетий Государственная коллегия иностранных дел действует по штатам своим в рамках Министерства иностранных дел. Ну и по Министерству иностранных дел я также отмечу сложность в управлении данным ведомством, поскольку можно выделить нескольких руководителей этого учреждения, что создавало еще одну сложность в исследовании конкретно Министерства иностранных дел. Ну, по каждому министерству я, к сожалению, пройти сейчас не могу. Мое вводное слово растянулось. В некотором смысле я прошу вас извинить за него. Но хочу вам сказать, что вот эта вот работа очень затягивает. Время летит быстро, и вот как-то очень незаметно 20 лет пролетело. И я скажу вам, что научный, жизненный путь юриста-правоведа, специалиста по истории государства и права, сотрудника, преподавателя кафедры истории государства и права нашей очень тернист. Поэтому вот как-то так. Ну и жду ваших вопросов, попытаюсь ответить. Спасибо. Неужели никто ничего? Да, Дмитрий. Давайте просто еще начну. Ну, во-первых, спасибо вам большое за ваш труд, потому что для нас, для кафедры административного права, для магистрантов и аспирантов, это крайне ценно. Я сейчас учусь на первом курсе магистерской программы юристы государственного управления, и у нас уже как минимум 3 дисциплины, на которых мы затрагиваем те же самые вопросы, которые вот вы описали в вашем монографии. Это административная реформа, это система и структура органов исполнительной власти, и это государственная служба в Российской Федерации. Там везде очень широкий исторический блок, и он для нас вот очень ценен. То есть, конечно же, кафедра будет пользоваться, я думаю, будет рекомендовать своим магистрантам, аспирантам, докторантам вот, использовать его вашу работу. А что касается моего вопроса, то было бы очень интересно узнать вот эту вот идею, может быть, наиболее революционной в вашей монографии, о том, чтобы расширить хронологические рамки министерской реформы с первого десятилетия до первой трети 19 века. Вот как она возникла? Это было какое-то озарение внезапное, или это был медленный спонтанный процесс? Или когда это вам стало ясно, ну, совершенно очевидно вам стало ясно? Спасибо за этот вопрос, Дмитрий. Я шел по такому, если хотите, прикладному пути. И вот, наверное, второй, третий шаг, если я изучаю министерство и главное управление, я поднимаю учредительные документы. Вот этого каждого министерства и главного управления. Что-то оказалось практически сразу под рукой. А именно ряд министерств к 1811 году получают вот это вот учреждение. И вот представьте мое удивление, я вдруг сталкиваюсь, что большая часть министерств главных управлений без учреждений. И, естественно, следующий мой взгляд, это свод законов Российской империи, первый его том, где должны, по идее, содержаться
все учредительные документы, а именно учреждения этих центральных государственных учреждений. И вот буквально сразу выстраивается этот зазор 1811-1835 годы. Но я очень долго буксую, обращаясь к трудам других ученых. Кстати, иду к Любови Федоровне Писальковой, вот буквально с улицы, метро Академическая, паспорт, и иду, ловлю ее, и просто вот как исследователь с исследователем, ну, конечно, она доктор наук, я без степени, просто даже ее спрашиваю, может быть, ваш взгляд, что вот, собственно, делать? И вот так постепенно выкристаллизовывается вот это вот название «Завершение правового оформления». Вот как-то по времени я даже и вот не сумел засечь точно, как это сформировалось. Но вот все-таки к 2002 году, наверное, вот эта вот разработка самой концепции 99-2002 в общем и целом в черне была готова. Ну и, как вы слышали, ее одобрил Леонид Ефимович Шепелев. Примерно как-то так. Но вот само вот это вот ощущение, что я сталкиваюсь с чем-то новым, что может быть упущено, недосмотрено моими предшественниками, конечно, окрылило меня. И я уже понял, что вот это мой вклад в науку, как это может быть не высокопарно звучит. Ну вот как-то так. Примерно. Что-то еще? Что там, активный студент или не студент? Нет, не студент. Я один из тех молодых людей, которые еще на сети не успели прочитать вашу монографию. Вы знаете, я вот фаната сразу заметил участника экскурсии университетской субботы. Футболочки. У меня это всегда есть вопрос. Не могли бы вы объяснить вот глобальный смысл, так сказать, министерство, чем они отличаются от прежней системы, чем они придумали для мира, так сказать, ну, в принципе, как вам задавали? Да? Ну вот если сравнивать с коллежской предыдущей системой управления, то это элемент коллегиальности, принятие решения, начиная с младшего члена этой самой коллегии, и только потом президент коллегии вступает, принимает решение, и вот оно, коллегиальная разработка дел. Это в основном в теории, поскольку и в коллегиях были харизматичные президенты коллегии, которым и слова-то никакого не скажешь, и по сути и они были министрами. Но вот эта вот основа принятия решения все-таки отличает коллежскую систему, коллегиальность принятия решений, министерскую, министра, вольная трактовка самого термина, ну что ли, господин, начальник, как-то так. А отсюда унификация принятия решений, централизация и жесткая подчиненность министру. И вплоть до того, я имею в виду текущее делопроизводство министерств, что буквально закупка перьев, дров, это все на министра. Хотя это частный вопрос, связанный, ну, допустим, с деятельностью начальника отделения. Начальник отделения дает визу, если есть департамент, начальник департамента, директор департамента и потом министр. Вот оно принятие решений, вот оно принципиальное отличие коллежской системы управления от министерской. Ну, это достаточно общо. Да? Я хотела присоединиться к словам уже, что вы говорили, что были другие участники. Я бы также хотела выразить вам огромную благодарность, что вы сейчас находитесь здесь перед нами. И у меня вопрос скорее даже по всем вашим трудам. Не могли бы вы сказать, какими качествами должен обладать человек, который также хочет работать в вашей сфере и писать так же труды? Мой совет будет, может быть, немножко, даже сходу не подберу термин, может быть, даже некорректным. Пожалуй, самое главное качество, или одно из самых главных, это упрямство.
чтобы одолеть и поднять эту тему, понадобилось именно упрямство, потому что пришлось идти вопреки советам и на кафедре, и советам своих родственников, друзей, коллег, которые, например, на заседаниях Российского историко-правового общества, а такое общество есть и действует на базе Московского государственного университета, вот мои коллеги замучились меня спрашивать, ну когда защита, когда защита? Ну защита в смысле кандидатской диссертации, потому что я очень существенно перерос все возможные сроки и выходил на защиту кандидатской диссертации в возрасте под 40 лет, а это все-таки достаточно такой уже пожилой возраст, ну в кавычках. Ну и вот сейчас мои коллеги уже также замучились меня спрашивать, когда же защита докторской диссертации. Ну, по докторской диссертации я приготовил вам отдельную реплику, которая завершу вот эту нашу с вами презентацию, и которая будет очень суровой. Ну, упрямство – это скорее такой вот прикладной аспект. А в общем и целом я рекомендую вот такой вот скрупулезный подход, желательно точки зрения коллег, маститых ученых перепроверять правом, например, правовое обеспечение вот какой-то концепции взгляда, есть ли правовые акты, и вот эти вот цитаты, которые обычно присутствуют в сносках, условно говоря, ПСЗ 1, том 26, статья такая-то, а есть ли это в самом правовом акте? Вот это особенное у специалистов по истории государства и права должно прямо присутствовать. И еще один вот этот вот аспект скрупулезности – это архивные дела. Потому что очень часто, я применю такой сленговый термин, ученые шифруются. Условно говоря, указывает дело, не указывает лист. А дело, вот Дмитрий наверняка столкнулся, дело может содержать 1000 листов. И пока ты найдешь эту цитату, ну это проходит неделя, две недели, а в Санкт-Петербурге каждый день на счету. Поэтому должна быть скрупулезность, проверки, перепроверки вот этого правового и архивного обеспечения. Далее, конечно же, это некое самоотречение, потому что вы должны практически очень многое либо оставить, либо приглушить в своей личной жизни. Ну, я имею в виду какие-то интересы, связанные с кино, с театром, не знаю, с прочтением книг, и сосредоточиться хотя бы некоторое время вот буквально на своем печатном научном труде, на рукописи, что многим из вас предстоит. Ну и призываю вас все-таки к честности. Я имею в виду те случаи, когда, например, документ, к вашему удивлению, говорит, противоречит вашему взгляду. Вы должны принять это как должное и опираться на то, что есть в документе. Бывало такое, что и я ошибался и исправлял эту ошибку, опираясь уже на архивный документ. Но архивное дело – это вообще отдельная стезя, и подчас архивные документы раскрывают ваши взгляды. Маститые ученые говорят одно, учебники очень сжато другое, а по факту в читальном зале архива получается что-то новое, и вот это вы подчас доводите в выступлении на конференции, в статье, и нередко это приводит к конфликтам, к вашим коллегам, ну и так далее. Ну вот, если в целом по требованиям скажу вот так, хотя еще есть ряд требований, которые тоже важны.
Прошу, кто? Валентина. Благодарю. Михаил Анатольевич, во-первых, хотелось бы начать с того, что я восхищена вашим постом, потому что многие здесь присутствующие даже еще не прожили 20 лет, а вы работали над одним трудом. И это вызывает невероятное восхищение, уважение. И хотелось бы спросить, когда вы впервые взяли уже в руки непечатанный труд, непечатанную монографию, что вы почувствовали, какие были ваши эмоции? Валентина, как ни странно, тоже все просто. Я испытал облегчение, потому что вот он, научный труд, вот он мой отчет научной общественности. А если говорить высокопарно, то это отчет мой потомкам. Я сделал все, что мог. В общем, как-то вот так чувство облегчения. Чувство радости, потому что издавать труды очень сложно, а тем более, когда очень много сносок и очень много схем. Уверяю вас, не всякое издательство возьмется за издание такой книжки, причем схемы-то уже были в электронном виде. А представьте, если бы я в издательство принес свои полотна, это был четкий отказ. В общем, как-то так. Кто тут? Прошу. Вот хотел спросить, докторская диссертация, я так понимаю, в числе прочих критериев, еще должна обладать какой-то ощутимой пользой для общества. Скажите, пожалуйста, как историку, как ему можно соответствовать этому критерию, когда он пишет докторскую? Я так понимаю, ваши планы на докторскую, вы хотели бы конец оставить, да? Спасибо. Вы знаете, у меня тут также достаточно простой ответ, опираясь на мой автореферат. Так уж совпало, что в 2008 году в нашем государстве, в Российской Федерации, началась административная реформа. Кстати, может быть, Дмитрий меня поправит, есть разные взгляды, была ли административная реформа, а может быть, ее не было, но даже в газетных публикациях очень часто мелькал этот термин. Сейчас он, конечно, сошел на нет, но сейчас новый фактор, конституционная реформа, который буквально вот сейчас особенно актуален. И тогда вот это вот все стало очень актуально. Министерство существует до сих пор. По сути, это та самая министерская система управления, но в видоизмененном виде, созданная Александром I. Вот он очень важный, ощутимый практический результат, практическая польза даже на современном этапе. В историческом аспекте взглянуть на начало министерской системы управления. И вот взглянуть на перетурбации, я имею в виду структурные подразделения министерств и ведомств, отдельные названия. Даже сейчас можно установить перекличку, например, связанную с реорганизацией министерства образования и науки, образованием Министерства просвещения. И тут, кстати, прямая перекличка с Министерством народного просвещения Российской империи, которое было и существовало до 1917 года. Это вот он, практический аспект, практическая польза. Плюс, так уж совпало, министерская реформа проходила и была связана, вот ее разработка, с негласным комитетом. Одна из целей негласного комитета, особого секретного органа при императоре Александре I, это разработка Российской Конституции. И вот он, конституционный аспект, вот буквально прямо связанный с нашей нынешней Конституцией и ее дополнением, скажу вот так вот плавно, также отчасти присутствует в том самом правительственном конституционализме, который очень тесно связан именно с министерской реформой. По докторской я вам заготовил фразу, ее скажу в самом конце, а вообще я вот решил остановиться примерно на том же временном отрезке,
Ну и условно, примерно название докторской – это правовое оформление государственной системы Российской империи, правовое обеспечение, ну вот как-то так, на примере высших и центральных государственных учреждений. Ну и работа пока в выписках архивных. Работа началась сразу с момента защиты с 2011 года, и практически каждый год, каждое лето, недельку-две я провожу в Санкт-Петербурге в Российском государственном историческом архиве, который, к сожалению, переехал из центра Санкт-Петербурга на окраину, метро Ладожская. Если вы приезжали в Питер с Ладожского вокзала, вот там рядом то место, где я обитаю во второй половине августа каждого лета, каждого года. Кто-то еще? Прошу. Во-первых, хотел бы сказать спасибо за то, что позволили нам проследить историю создания данной работы, за то, что дали нам возможность ознакомиться с довольно важной частью вашей жизни. И мне кажется, многие заметили, что когда вы это рассказывали, ваши глаза просто горели от счастья, радости и теплых воспоминаний. Хотелось бы спросить, как начинающему студенту, который хочет добиться каких-то высот в его научной деятельности, найти такую же тему, которая будет не только актуальной, но и вызывать такие же эмоции, и на которую захотелось бы потратить столько времени, и чтобы он принесла столько же удовольствия и положительных эмоций. Ну, с одной стороны, это очень легко, с другой стороны, очень сложно. Вот именно обнаружить тему. Тема должна все-таки найти отклик в вашей душе. Это может быть такой идеалистический подход, но по сути от этого никуда не деться. Если вы формально взяли какую-то тему, с посылом может быть... Ну, для вас, наверное, это еще рано, но все-таки, скажем, с посылом на литературного негра, в кавычках, который, быть может, вам напишет, ну и так далее, и так далее. Это все-таки не отклик вашей душе, а формальный подход. А вот если вы буквально горите, вы посвящаете очень много времени, вы сидите без вылазки в стенах библиотек, значит, это оно. Ну... Вот как-то так. Если вы публикуетесь, если вы начинаете общаться со светилами, если светила не просто вам говорят, вам это рано, может быть, это не ваша тема, а когда даже специалист, который посвятил всю свою жизнь, очень многому из того, что я исследую, говорит, попробуйте. Интересно, значит... Вы на верном пути, но путь в науке всегда это пробы, ошибки, шишки, которые вы себе набиваете, и в том числе это критика ваших коллег. Иногда вы буквально не видите пока, во всяком случае, оправы вы, может быть, вы ошибались. Но вот эта вот непрестанная работа, концепции, обкатка их, очень важные выступления на конференциях, когда вот буквально вас воспринимают коллеги, задают вопросы, наводят на какие-то мысли. Постепенно вот так вот формируется ваш взгляд в науке и вы в науке. Это очень долгий путь. Но, повторяю, это вот, если хотите, идеальный путь в науке. Подчас все выливается... В очень малое количество часов, когда ты практикующий юрист, юрист в бизнесе, еще где-то у тебя просто уже нет сил на такую кропотливую работу. Вот здесь начинается формализм, отписки, работа в полноги и так далее. Честно говоря, не знаю, выбор за вами, сможете ли вы осилить вот такой вот путь. Путь самоотречения, он очень не сладок. Ну, примерно как-то так. Прошу. Хотелось бы вспомнить слова Уинстона Черчилля, который говорил, что без истории нет будущего, и у народа, кто не знает свою историю, нет будущего, разумеется. Поэтому, естественно, такая работа, на мой взгляд, очень важна, оценивая процесс создания министерства, переработки государственной системы,
это очень важно для нашего времени, знаем уже проекты представителя, смех институции. Моя перекличка с Александровским временем. Поэтому хотел бы спросить вас, вы изучили такой объем работ по документам архивных. Возможно, вы заметили некоторые общие особенности именно вот при формировании этой системы в целом, создании ее. Могли бы выделить какие-то напутствия, может быть, в будущем реформатора, не повторять ошибок прошлого. Что чаще всего запускают люди, такие ошибки, не то расчеты, что потом приходится исправлять в последующих этапах, может быть, у будущего поколения, которое займется строительством новой системы, может быть, я буквально выделю несколько черт. Вот мы начинали с термина «централизация». В общем и целом она важна. Я считаю большой плюс министерской системы управления вот в этой централизации, уточнении системы и вообще уточнении самого, если хотите, количества центральных государственных учреждений. Поскольку к концу 18 века образовался вот целый конгломерат учреждений и был непонятен их статус. Вот приведу пример Герольдии при Сенате, либо это самостоятельные коллегии, непонятно, что это. Вот эта вот тенденция к централизации, она очень важна. Но есть и минусы этой самой централизации, когда практически все дела передаются на решение министра, а министр один. Вот здесь нужно как-то распределять эту работу, этот функционал, когда, чтобы в принятие решения включались руководители структурных подразделений каждого из министерств. Ну и вот такая вот тенденция, аспект бюрократизации. Само по себе вот это вот бюро, а именно стол, за которым сидит чиновник, управляет, это, конечно, хорошо, но вот рост бюрократизации рождает очень негативные моменты, когда дело путешествует и ждет свое решение не несколько месяцев, а буквально годы. И в Российской империи были примеры, ну это особенно судебные дела, не чисто бюрократические, когда они блуждали многие десятилетия, и когда истцы, те первые, уже ушли в мир иной. И иногда это буквально 50-60 лет, когда они доживали дети тех самых истцов. Вот это очень важный минус, связанный с бюрократизацией и ростом числа ведомств. Вот тут нужно избирать какую-то золотую середину в размножении вот этого вот количества и роста числа министерств и ведомств. Ну вот, пожалуй, вот это две особые такие вот тенденции. Ну и еще третья тенденция, это уточнение предметов ведения. Это очень актуальный вопрос, даже если брать нынешние министерства. Все-таки нужно достаточно, с одной стороны, компактно, а с другой стороны, объемно выделять предметы ведомств вот этих министерств. Кто чем ведает? Потому что с учетом служб, других учреждений возникает иногда вот это вот двуединство, переплетение даже в нынешних реалиях вот этих вот ведомственных вопросов. И непонятно, кто за что отвечает. Ну вот эти три тенденции вот буквально прямо остались с Александровского времени. Ну вот, пожалуй, это главное, что я выделил. Так что у нас со временем, что скажет руководство, пока можно? Прошу, Даниил. Да, во-первых, Михаил Анатольевич, хотелось бы вас поблагодарить. Повторяться со всеми не буду, но скажу, что я восхищен. И такой вопрос. Безусловно, ваша монография – это своеобразный итог вашей деятельности. Но поставите ли вы на этой как бы монографии точку в изучении, соответственно, министерской реформы, либо вы продолжите работать в этом направлении? Спасибо. Я благодарю за этот вопрос, тем более просвещу здесь присутствующих. Это вопрос от действующего старосты студенческого научного клуба кафедры истории государства и права, который я возглавляю. И у нас очень насыщенная жизнь.
Ну, точку я не ставлю, это многоточие. Но я вступил в поле высших государственных учреждений, не современных, а дореволюционных. И здесь вот присутствует перекличка с возможной реорганизацией Государственного совета, а начало истории Государственного совета — это как раз мое поле деятельности. Ну и вот здесь уже моя докторская диссертация, которая, работа над которой началась. Ну и вот эту я сразу произнесу фразу, которую я вам заготовил, и которая очень сурова. Надеюсь, что вот, быть может, на этом же месте, спустя лет 30, состоится презентация моей монографии по итогам докторской диссертации. Я стучу по дереву сразу. Ну, в общем, вот такую суровую фразу я заготовил на конец этой презентации. Делайте выводы. Спасибо. Что скажет руководство, будет ли автограф-сессия? Можно ли по времени? Можно, конечно, можно. И не забудьте, что здесь у нас проспект, тоже приехал. Пожалуйста, чувствуйте себя в идеальном положении. В общем... А, общее фото, может быть, Даниил, Виктор. Александр, вас очень рад видеть, своего многомудрого студента. Валерий предложил общее фото. Валерий, где мы будем? Уместимся. Да, ну, кстати, не заметил, выставка моих научных трудов. Ну и, кстати... диссертация, которую мне пришлось очень и очень резать. Она сейчас в свободном доступе. Вы используете момент, пролистайте. Но вот здесь я увидел свой первый научный труд. И вот так вот мне повезло, он попал в рецензию в газету «Книжное обозрение», которая, по-моему, выходит до сих пор. Ну я опять заболтался на общее фото. Нет, нужно погрузить. Сейчас, общее фото и потом... Давайте в кадр ожидать, чтобы уже... Как? Да. Я сниму, что ли? Телефон я кому-то давал, и я уже забросил куда-то. А, у вас нет? Так, ну что, сидя как-то некорректно. Нет, вы садитесь, берите. Может быть, давайте стоя, не могу я сесть, не могу, нет, Валерий, формируйте, стоя. Тогда надо убрать кресло, а вы к себе. Поскольку у Валерия очень много планов, которые я утвердил. Александр, тоже в кадр. Я очень рад. Валерий, трамбуйте нас. Это десяточка? Это восьмерочка. А вы какие-то ширмы вообще? Мальчик. Ширма? Ну ладно, пускай не будет. Что такое? Да, и где-то там моя эсмешечка. На нее тоже. Валер, а на таймер поставите там, кстати. Ты можешь просто попросить? Вас сфотографировал? Да, отправляйте. Спасибо, Даниил. Не бойтесь.
поехать. Валерий, выбирайте местечко. Уважаемая папарацци, руководите. Все, улыбайтесь. Так, куда ты съешь? Съешь пушку, пушку. Пушечку где? Улыбайтесь. Я сегодня сольку не захватил. Так, ну, большое спасибо на автограф-сессию, на автограф-сессию. Вы выступаете или уже выступили? В какой институт возле выставки? Возьми, пожалуйста, там, тем столом. И мой тоже. Фанат запросился. Ну, на мой или иначе? Мой. Я прошу. Нет, на руку нежно. Рано. Давайте, очень хороший вопрос. Все, идем. Как фанатка, прошу. Так, еще кто-то? Прошу, да. Все, Терцаев, выступаем. У нас кружок. Еще кто-то? Красиво, около сцены, с книгой. А меня? Да. Это там все получилось. Заказчик. Ну, мне надо, конечно. Все. Которые очень интересуются вашим делом, заражены вашим энтузиазмом, что вы любите это дело прекрасно, и есть чему у вас учиться. Мы очень рады. Стараюсь. Работаем на зал. Хочу приятно послушать на его восхищение. Все, Каю. Спасибо, продолжим контакт. Так что 30 лет за год, я думаю, что я можно один сказать. Как хочешь, не надо, пессимистично, что мы там же. Консервативные, к сожалению, только слова. Книжечка дорогая вышла, но
сцену 20 лет. Какие мысли? Кстати, наш с вами отчет, он подал. И фанаты тоже? А фанаты как зовут? Фанату можно? И в полочках не нужно. Не все же знают, что я знаю. Нет, это надпись только для вас. Как-то так сразу я назвал вас фанатом. Да, ну так лучше. Возможно. Смотри. Изыгрим и дядя. Вот. Молодец. Так, друзья. Короче, я сказал, что нет изыгрима. Все, желаю успехов. Увидимся на экскурсии. Да, конечно. А кто он получит? У меня продолжение... консультации, которые начинают в 16:30, и которую я благополучно использовал здесь. Надеюсь, меня никто не ждет возле дверки. Хорошо. На пары это святое. Да? Да. Пойдемте, могу вас проводить. Вы можете прямо сейчас находиться с водителем. Будет? Пойдемте. Так, с фанатами прощаюсь. До свидания. Хорошего вечера, Михаил Анатольевич. Процесс идет. ЕОГП еще не вышло. Вот у меня 19-й год, но уже на экзамене. Большое спасибо. Ой, даже...